Я у дочери в гостях, вот елочку вот так сниму, потому что внизу мои сумки стоят. Мы не знаем, куда их девать, у нас еще ремонт. Поэтому я его не буду пока снимать до самого низа. Вот так вот все завалено, потому что на кухне так и не привезли кухню. До 5 числа будем ждать. Поэтому бардак такой. Все сюда с кухни снесли. И вот бегаем то-то ищем. Ну, а что делать? Все потом устаканится, ничего страшного. А я пальчик обожгла. Вот теперь сижу. Лекарство набрызгала. Это такая горячая вода, 100 больше градусов. Я включила и пальчиком просто вот так вот раз по струе провела, и у меня кожа сразу слезла. Вот такая горячая вода в ранах. И поэтому я сижу теперь инвалид. Но все равно перевяжу, вот пластырем потом приклею. И ничего заживает. Первый же день, как только приехали, я так. Вот. Ну вот Наташа здесь не делает ремонт, а ванну немножечко освежила и туалетик. Кухню потом уж покажу, если когда привезут. Сейчас там затерты стены, конечно, много тоже работы сделали. Линолеум она поменяла в прихожке, в коридорчике. Так, не прихожка, а коридорчик, как-то буква Г. Старые квартиры. И вот тут сумки мои все. Куда их, что их показывать? Вот они стоят. В общем, ходим так друг по другу. Вот мой пальчик болит. Вот как я. Прямо тут. Прям кожа сразу раз и слезла. Ни пузыря, ничего не было. Вот так провела по струе. Вот так раз и все, и кожа не стала. Пощипала маленечко, в холодной воде подержала, так не болела. Ночь не болела. Даша поехала, быстро купила вот такой вот пшикалки, пена. Как окна запениваем, похоже. Пластырь у нее был. Вроде бы нормально, ничего. Даст Бог, пока затянется болячка. Потом чесаться будет, зараза. Ну вот, немножко хоть сняла. То прямо тудам-сидым, все как-то забываю снять. Я вот это и стою как раз-таки вот в эту короткую. Я все не понимаю, почему они в эту... Ну, кому-то удобно, наверное, встали или где кто скопился. Ну, скоро уже не будет такого ажиотажа. Сейчас морозы спадут. Ну-ка, да, вот не знаю. И может быть. А сейчас будет скоро 23, 22, как раньше. Надеемся. Как у нас всегда вообще-то. У нас не Якутия, можно, пожалуйста, сказать. Не Якутия, природа, она не разбирает, где ей мороз давануть. Да вообще непонятно, из-за чего это происходит. Природа какая вообще, явление. Конечно, никто не знает. Если бы знали, мы бы тут все повернули, реки вспять и морозы назад. Год в одно время посмотрела, сколько в Хабаровске, сколько у нас. У них, у нас 34, в это время, вот прям в это же время, у них 24. Я думаю, у них это у кого? Ладно, они лучше теплее. Они говорят, не оборзели, а что они? У нас разница 400 километров, 395. Ну и что, вы самые крайние, вы же северяне считаете. Нам же северные гладят, да? Да, я не понимаю. Ну, не понимаю, так расположены. Я не понимаю. Тут-то при чем справедливость? Морозы как-то, я не знаю, они же должны как-то равномерно покрывать. Должны. Они должны. Мужики не должны канистр таскать. Морозы не должны так, как нам надо, да? Так не бывает, Ладюх. Ну, в общем, отработал хорошо, как говорится. Сон поборол, да? Молодец. Нет, спать-то хочется. Ну, сейчас-то, да, надо. Нет, так говорю, тяжело было тебе бороться со сном. Ну, ладно. Сейчас отдохнешь, полежишь, поспишь. Я тихо буду ходить, не буду тебя будить. Желательно не стучать. Это как загадаешь, что наоборот будет. Да нет, мне главное уснуть. А когда я сплю, мне ничего не мешает. А, ну да, ты ж молодой, нервы крепкие. Мотаемся. А, Грета, давай тебя немножечко поснимаю. Ты же у нас тоже артистка. Персонаж. О, как скрипит пол, да? Ну, двигай. Беги. Беги, я тебя сфотаю. Ох ты, Паша, Маша, Паша хорошая была? Бабушка хорошую кашу сварила? Добрая бабушка. Ну вот так пока.
зачистили стены, сделали новый линолеум. Ну, стулья потом купим, стены хорошие. Стены зачистили, обоклеили обои. Ну, вот стены здесь-то зачищены, как же. Сразу. Здесь покрашены стены белой краской. Они зачищены. Они еще... Покрашены белой краской. Ну, да. Так, вот в коридорчике и с переходом на кухню. Вот такие обойчики. Интересные. Пальцем своим больным показываю. Скрюченный палец получился. Вот такие здесь обои. А сейчас молодец. Вот так как-то. Зачистили стены. Под обои подготовили. Трубу наверх подняли, газовую была внизу. Вот так все временно. Все временно, временно. Владюша то эскиз работы принес в ночь. Был в ночь ходил. Заварила травку. Там всякие листочки, что я насушила дома. Шиповник. Ну вот пока так. Это все временно. Временно, временно. Все, газ этот уберется. Новый будет газ. И на подоконнике все завалили. Да я все тут хозяйничаю. Наташа был в подоконнике, я приехала. Вчера под борщ сварила. Там стоит. Как-то так. Снегу, снегу. Там сделали горку для детей. Смотрю. Вон горка для детей. Рукотворная. Не рукотворная, можно сказать. Только полили, наверное, водичка. Банки понавезла. Какие пусть поставила. Какие еще в сумках стоит. Некуда ставить. Мороз. Икра кабачковая, баклажаны вот я ставила. Вот это вот тоже баклажаны. В общем, заготовились как надо. Стрепушки мои, слава богу, кушаем, едим. Тут Наташа покупала мед с орешками кедровыми. Такое вот. Ой, руку надо отпарить, но вот как вот с этой вот бедой. Алтай. Потом все-все убирать будем, пока это так будет. Алтай. Такая баночка вкусная такая. Сдалека покажу еще. Молодежка уже постель расправил. Сейчас будет отдыхать с ночи. Все. Сильно тоже у него снимать как-то это. Без спросу, пока он в ванной. А Рыжик пошел уже спать. Там, где батарейки, там тепло. Он там спит. Грета... Спишь уже, да? Уже спишь? Уже все, улеглась. Ой, хвостиком машешь. Где шарик твой? Мячик где? Вставай, не хлопай хвостом. Ох, ты как бьет хвостом. Ай, 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 красавица так как. Ты знаешь, что тебя снимают, да? И так, и так. Ой, я не могу. Грета, во всей красе, да? Ах ты какая! Да, видим, что красивое видео. Ах ты красавица! Да ты наша красавица, разлеглась. Ну, правильно, как фотомодель. Хочу так, хочу эдак. Ах ты красивая, красивая ты у нас, красивая. Ты красавица, да? Сама сбегала в туалет, молодец. Умница ты наша. Гретка. Гретка, Греточка, Горжеточка, Греточка, Горжеточка. Чего, дела бы?
Ух ты, ух ты! Не любишь сниматься, как увидела камеру, сразу ощерилась. Ты ж воображала, лежала. Где твоя косточка? Где? Вот она, косточка твоя. Такая косточка, что подойдет, бросит на ноги и ноги можно отбить. Да? Гулять не идет.